Нина, это я. Ну какие у тебя новости? Муж уходит. А чем мотивирует Нин? Никакого внимания ему. Весь день на телефоне висишь? Ну да. А какое ему, интересно, внимание нужно? Сыто скажи спасибо. О чем с ним говорить-то? Ну о чем? Кто кому гол забил, чтобы идиоткой стать? Ну ты меня просто убила. Я сама не своя. Нин, я тебя не виню. Вот ты со мной что хочешь, делай. А у меня к нему с самого начала какая-то неприязнь была. Вот чужой все, хоть ты режь меня. Что? А чем он сейчас занимается, Нин? Чемодан закрывает? Какой? Который ты на ярмарке купила. Желтый, я помню. Угу. Я у Веры точно такой же видела, только у нее за 500 рублей. Угу. Нет, за 500, Нин, я клянусь тебе. Она говорит, их в продаже-то не было. Ей дядя подарил. У него в универсаме товарищ по университету. Нет, наоборот, в универсаме по университету. Не знаю, Нин, я спрошу. А? А тебе какое нужно? Демисезонное? А какой фасон хочешь? Спереди? Сзади? Угу. А пуговицы где? Что-что? Подошу. Попрощаться хочет. Чтобы все по его было. Ну кто он после этого, Нин? Человек или животное? А ты скажи ему, Нин. Ушел уже. А плачет кто? Ты? Поплачь, Нин, тебе полегче станет. Ну догони, скажи, что ж ты со мной так по-варварски-то? Да. Вот именно. И молодость ему, и все на свете. Угу. Вот именно. На улице? Градусов 15-16. А ты в чем? А на ногах? Тебе не идет так, Нин. Нет, вызывающий как-то. Нужно серое что-нибудь. Так можно, да. С шарфиком. Ну беги. Ну счастливо тебе. Я позвоню вечером. Хорошо, беги, ни о чем не думай. Не забуду. Демисезонная. Да, спереди. Да нет. Ну беги, целую тебя. Вот именно. Ну а я о чем? И я тебя. И я тебе. И я у тебя. Ну если ты окунешь, привет ему от меня передай.